26 июня кафедра авиационные двигатели отправляла во взрослую жизнь своего юбилейного 3000-го выпускника. Им стала Наталья Быкова. Наталья защитила на кафедре магистерскую диссертацию. На мероприятии присутствовали представители компании «Авиадвигатель», первый заместитель генерального директора Николай Кокшаров, заместитель генерального директора и директор по работе с персоналом Татьяна Снитко, а также президент Пермского политеха Василий Петров и заместитель заведующего кафедрой Михаил Нехамкин. Мы в последнее время развили наши отношения с «Авиадвигателем» до такого уровня, что мы являемся просто вот не просто партнерами, там, мы там образовательные учреждения, мы просто одно из подразделений «Авиадвигателя», решающие совершенно современные задачи, которые нам задает «Авиадвигатель». Решаем их с помощью и ученых, и специалистов, которые есть в университете, и молодых специалистов, которые придут. Наталье Быковой вручили диплом и памятные подарки от компании «Авиадвигатели». Символично, что это событие совпало с днем рождения выдающегося авиаконструктора Павла Соловьева.